Приветствую вас, и, к сожалению, вы ошиблись над днём. Предсказаниями занимаются эзотерики, гадатели, маги. И вам необходимо переадресовать свой вопрос в раздел «Эзотерика». Данный раздел является разделом психологии, здесь люди не гадают, а занимаются анализом, синтезом, научным познанием для того, чтобы помочь людям справиться с определенными проблемами. Соответственно, если у вас с вашим молодым человеком произошел разрыв, то необходимо понять причины этого разрыва, проблемы, которые породили эти причины, обнаружить их, выделить, выявить и обговорить с ним их. Если у вас сохранились друг другу чувства и желание быть вместе, то обязательно все разногласия будут решены, все проблемы будут устранены, и вы будете вместе. Но мужчина – такое существо, что сам обозначить проблему не захочет в силу своей гордости. И вам необходимо проявить женскую мудрость в том, чтобы самостоятельно начать диалог о проблемах, которые послужили причиной вашего разрыва. Для более подробной информации, для более полных рекомендаций вам, именно в разделе психологии нужно, чтобы вы написали вашу историю как можно более полно. А если вы хотите получить ответ на свой вопрос в той форме, в котором он был задан, то пожалуйста, пожалуйста, переадресуйте его в раздел «Эзотерика». На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались по психологии, обращайтесь в личку, помогу. Если вам ответ понравился, сделайте его, пожалуйста, лучше, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.